six, five, four, three, two, Ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде с грузом в виде капсулы с личным автомобилем основателя SpaceX и Tesla Илона Маска. За руль машины посадили манекен в скафандре SpaceX. По словам миллиардера, запуск прошел практически безупречно, за исключением небольшого инцидента. При посадке центрального ускорителя у него сработал только один из трех двигателей. Ускоритель упал в 90 метрах от платформы на скорости почти 500 км в час. Два дополнительных ускорителя совершили успешную посадку на наземных платформах. Маск также сообщил, что запущенный груз, автомобиль Tesla Roadster, не получится доставить на близкую к марсианской орбиту вокруг Солнца. SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность почти 64 тонны. На Марс ракетам сможет доставить около 17 тонн груза.